Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать об одном средстве, которое должно находиться в каждой аптечке, у каждой хозяйки. Это хлорфилипт. Его уникальная особенность в том, что это очень сильное антибактериальное средство. Оно помогает как при простуде, как для полоскания полости рта, при ангине. Также можно применять внутрь, если у вас бактериальная кишечная инфекция. Это хорошее средство при гниющих ранах и послеоперационных гниющих ранах. Также применяется в гинекологии при эрозии шейки матки. И вообще, вот это средство хорошо тем, что оно даже справляется со стафилококковыми бактериями. Но есть одно применение, которое не описывается в аннотации, и о нем я вам сейчас хочу рассказать поподробнее. Однажды, лет 15 назад, когда я ехала в ЖД-вагоне, домой возвращалась с учебы, грызла орешки. И получилось так, что когда она откусила, у меня пошла трещина по зубной эмали. Со мной тогда ехала женщина-попутчица, и она сказала, говорит, это не страшно, эмаль имеет свойство восстанавливаться, возьми себе вот хлорфилипт, пополоскай полость рта, и сама не заметишь, как все пройдет. На тот момент для меня было удивительно, я думала на самом деле, что эмаль не имеет таких свойств, как зарастать, и я все-таки попробовала, взяла, полоскала я какой-то промежуток времени, но потом сама для себя как-то незаметно обнаружила, что эмаль действительно у меня затянулась, у меня трещина перестала ощущаться, и сколько лет после этого прошло, никаких следов у меня на зубе не осталось. И после этого у меня, конечно, это средство постоянно находится в аптечке. Также я его использовала, когда у детей была ветрянка, я промазывала ранки, которые были гниющие. Но так как оно очень щипит, в принципе, я потом заменила другим средством, но помогать оно однозначно помогает. Поэтому хотите здоровые зубы, время от времени нужно полоскать этим антибактериальным средством, тем более, когда болеете, тем более, когда у вас какой-то вирус. Какая-то инфекция, чтобы защитить свои зубы в этот период, можно попользоваться хлорфилиптом, и вы будете уже уверены, что ваша зубная эмаль не будет повреждена. Так что всего доброго, пользуйтесь и удачи!